Всем привет, друзья! Мы сегодня открываем новый набор, но чуть-чуть пришлось с ним подзадержаться, но ничего страшного. Давайте мы его откроем, устраиваемся поудобнее. Всем приятного просмотра, аппетита или спокойной ночи. Не забывайте подписаться на канал и порекомендовать друзьям. Хотите подружить в соцсетях или поддержать канал, ссылочки будут в описании под видео. А это какой-то странный набор. Opel и еще какая-то марка. А, Vauxhall. Фух, ну-ка давайте посмотрим, что у нас выпадает. Aston Martin 76 года. Ford Escort. Он мне, по-моему, есть. Peugeot 309 GTI. Honda. Редкая. И суперская Vauxhall. Напишите, как правильно мне читать название этой машины. Правильно я читаю Vauxhall? Или Vauxhall? Напишите в комментариях. Ну, я не знаю. Может быть, даже неплохая. Может, даже нам и пригодится. Ох, а тут обычный будет, а потом внедорожник. Хватило бы мне на все бы это. Место и денег. Не знаю. Ну вот такой вот интересный у нас комплект сегодня открылся. Ждем нового. До новых встреч. Всем пока-пока.